Так, ребята, рейс у нас также и продолжается. Санек уехал. Мы скупнулись, покушали. Так, что у меня тут хлебушки, я же взял, ёпанцы, хлебушек взял. Маршрут перестроен. Так, вода, здесь бутылка. Ох, 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 ох. Как все-таки хорошо. После душа-ка еще. Так. Что-то непонятно еще. Тут почему-то стал кирпич. Вот так вот, ребята, бывает. На улице-то стало. Что-то я сейчас какого-то косого непонятно впорол. Ну ладно, вроде на мотоциклах нет никого. Все, вот домашка. Прямо 36 километров. Как раз отдыхали. Да. Вот там душек попринимали. В желтом здании. Машин как много стоят. Что это за движуха такая? Если... А, то, что это... Русский район. Нифига себе. Интересно, что это за движуха? А, развернули что ли все? А, он что?
написано «Карантин». Может, из-за этого не пускают. Подъем какой затяжной такой, нормальный, да? Какая-то, блин, не проехал и километр, наверное. Вот это уже сооружение здесь понаставили. Народ пугают, блин. Ебарасы, блин, а? Кафешечка, где прям обычно кушали. Но в этот раз мы дальше едем. Там до Оренбурга еще 200 осталось. Так что катим пока потихонечку. Ребята, время уже все темнеет, темнеет. Мафешечка. Опа. Туцкая. Приезжаем, ребята. Там еще сколько тут? 90 еще. Офигеть. Ничего и не проехали, ребят. Ёбарасы, ребят. Сейчас куда отплетать? Что-то вообще медленно ползем, блин. Сначала так бодренько долетели, все прям. А потом раз. И что-то какое-то сдувалово. Вот так вот и бывает. Еще видосик монтируется, у меня что-то долго. Ну как долго? 2 часа прошло. Нет, 3. 3 часа. Еще 1,5 часа. Должно созреть. Светит, как вообще ничего не видно, блин. Вообще жесть. Что интересно, ребята, блин. В том, что меня разгружать только буду в 10 часов. Вообще офигительно. Вот это, конечно, меня не радует, нахуй. Что-то у меня прям упало настроение. Как бы лететь. Ёбарас, это к 10 часам, блин. Я могу отоспаться, блин, нормально.
Ладно, сейчас, наверное, это... Надо поймать, где интернет хороший. Будет. И это... Блин, вот там 4G был. Надо было остановиться. Видосик выкинуть. Ладно, сейчас доедем до куда-нибудь, вот там что-то вдалеке светится. Где побольше движухи. Торопиться. Опа, торопиться не будем. В 6 часов в 7 встанем. Спокойненько поедем. Что-то я тут Башнефти подрулил. Так резко, блин, свернул аж. Думаю, может в туалетик сходить. Так, что у нас видосик? Так, интернет, интернет. Нам 100 километров до Оренбурга, ребята. Интернет у нас 4G. И время у нас... Время у нас 9-10 часов. Так, 10 часов, 10. Если мы сейчас... перекусим, тоси-боси, все вот это вот дела все сделаем. Я думаю, можем, наверное, дремцануть. Часиков так до 7, 100 километров, что нам тут осталось-то, в принципе. Так, ладненько, сейчас тогда перекусим. Ну, все, ребят. Такой вот ужин. Сейчас перекусим. И все, ребята, и будем баньки. Так что лагманчик мы поели. Спустя 2 часа сейчас вот догонимся еще вкусняшечками. И вообще нормально будет. Давайте, ребят, все, до завтра. Счастливо, всем приятного аппетита, ребят. Ребята, доброе утро. Время-то у нас уже... 7:30 время. 7:30 времени. Так, а где мы находимся? Находимся мы в Новосергеевка. На заправке Башнефть. С утра прям свежо, хорошо сходил на заправочку. Умылся. Все дела. Кофе. Чуть ли не в кровать. Выгрузка у нас в 10, первая выгрузка, в 10, потом в 11, вторая. Короче, блин, сегодня у нас суббота, ничего хорошего. Вот мы можем попасть однозначно. Кстати, вчера столько много машин было здесь, вообще прям на удивление. Но вот все-таки сами машины, да, ребят, когда вот много стоят, сами притягивают. Вот ехал вчера, оставался мне там соточку, раз машин много увидел, все сразу резко, сплошная, не сплошная, сразу все пристал. Встал, остановился, все. Перекусил, поел, попил нахуй. Comedy Club посмотрел, поприкалывался и все, и спать лег нахуй. Ну, вернее, пока дела какие-то делал, тут видео выкидывал это. И прям шикардосно. Вот такие вот дела, ребята. Не знаю, что мы, конечно, с Оренбурга тут поимеем, но
Чувствую я, здесь мы останемся куковать. Ну что, ребята, доброе утро, всем в путь. Баир с утра пишет уже здорово, не спит вообще, блин. Красава, блин. Так, а что тут, как нам, куда тут? Ямочка дальше была, я что-то не доехал. Ну ладно. Да тут и стоянка-то, блин, грязная. В такую погоду. Вы вернулись на маршрут. Прямо так. 110 километров. 110 километров. Стоянка, в принципе, там грязная. Тут хоть асфальт нормальный такая. Вал вот этот поменяли от 4.6, блин. Так, чуть-чуть что-то снизов, как будто прям получше стал. Ну как, то ли чуть-чуть, то ли не чуть-чуть. Ну, короче, прям, видите, все равно на подъем лучше идет. На том валу, на родном, на 405, все равно так на подъемы не заходил, а это прям нормально. Так что я думаю, лучше надо будет еще потом попробовать другие метки выставить. У меня сейчас, по-моему, там, я не помню, 17.20 что ли стоит, 17.20, по-моему, а надо попробовать 23.20. Интересно, какая разница будет. Так вообще машина получше себя чувствует прям. Как будто второе дыхание есть нам. Ребят, повернули на заправочку. Так называемую здесь Газпром. Я здесь ни разу не заправлялся. 18 рублей. Через 200 метров поверните направо, а затем развернитесь. Ну ты что, ебаться, да? О, сейчас посмотрим, что тут за газпромчик. Что тут за газик. Тут осталось, да, недолго, я думаю, километров. 25, 30. Так, я что-то не помню, где здесь заправка, ну? А тут есть вообще путь? Интересная здесь фишка. Вон она где. У нас как раз какая-то там для баллов есть карточка. Может, она нам что-нибудь скидочку сделает. Хотя, наверное, варианты. О, заправщик что-то сидит. Что-то не пойму. Интересно. Ох ты, собачки. Газ охранять, да? Это песики.
Так, ребят, все заправились. Мы, оказывается, что-то не Газпром, говорят. Какая-то вообще оренбургская сульфидирующая компания. Что за компания, блин? Не знаю, короче, заправились. И газ что-то у меня вошло вообще немедленно. Прошел 350, а вошло 110 литров. Аж скачали, блин. Интересно, что это за ерунда такая. Ребята, заехали в Оренбург. Только я не пойму, здесь что за вертун такой. Всем оренбуржцам привет. Если есть такие, они есть. Так, и здесь жара вообще, что-то я не могу понять, почему я свариваюсь. Просто свариваюсь. Да, окно надо открыть. Просто не дело. Так, почему-то меня как-то под мост, что ли, зовет навигатор. Что за фишка тут такая? Не пойму я. Нифига. Странно. Куда-то меня опа, блин, ёбарасы-то. Окно открыл, посвежее пристало, блин. Так, 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 так. Ёпарасоты. За мебельный базар. Блин, а я же здесь был. Ёбарасоты. Алло. Здравствуйте, надо поступать.
Хер найдешь, блядь. Попов какие-то. Да, вот. Потому что там дышит. Где? Блять, клиенты уже вот все мозги вынесли, блядь, с вчерашнего вечера, блядь. Грузит 6 дверей по 3-4 часа, блядь. Потом звонит, вы где не подъехали, блядь. Пиздец, блядь. Все мозги нахуй вынесли, блядь. Сначала отгружать научитесь, блядь. 6 дверей, блядь, хотя бы за час, блядь. Блядь, по 4 часа, блядь, это пиздец, нахуй.
Ай-яй-яй-яй-яй.